Сеть меховых салонов «Метелица». 15 лет дарим тепло. В честь юбилея компании при покупке куртки головной убор в подарок. 12 октября в ЦК «Идея» города Жердевка с 10 до 18 часов. «Метелица». Красота рядом. Подробности у продавцов-консультантов. Теперь и в Жердевке открылся ломбард «Первый». Здесь вы можете оформить займ под залог ювелирных изделий. Высокая оценка золота и низкий залоговый процент. Вам нужны деньги? Мы поможем. Приходите в ломбард «Первый» по адресу Жердевка, улица Советская, дом 141. Мы рады видеть вас ежедневно. Телефон 8 800 70 07 111. 8 800 70 07 111. Нужен ремонт телевизоров, телефонов, фото-видеоаппаратуры, ноутбуков, планшетов, навигаторов, мониторов, системных блоков, пылесосов, микроволновок, швейных машин, ресиверов, триммеров, стиральных машин или холодильников? Тогда обращайтесь в отдел сотовых телефонов «Ян» в торговом центре «Олимп» по адресу город Жердевка, улица Октябрьская, дом 65, телефон 8 964 134 3000. Будем рады вам помочь. Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите телевидение «Новый век Жердевка». Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя, завершил прошедшую неделю. На него собрались все педагоги нашего района. Торжество прошло в Центре культуры и досуга. Специалистами ЦКД был подготовлен обширный праздничный концерт. На красиво украшенной сцене первыми появились дети. Они показали сценку «Кем быть». Перебрав все профессии, участники сценки пришли к выводу, что работа учителя и важна, и нужна, и интересна. Зрители в зале внимательно смотрели все номера и щедро делились аплодисментами. Одним из подарков в профессиональный праздник для жердевского учительства стало поздравление от первого лица района. Разрешите мне вас поздравить с вашим профессиональным праздником, пожелать вам всем творческих успехов в вашем труде. Учитель — это все-таки в первую очередь профессия, которая, не которая дает знания нашим детям, а в первую очередь профессия, которая прививает этим детям культуру, любовь к родине и вообще воспитывает в них человека. Поэтому, уважаемые педагоги, низкий вам поклон и с праздником вас! Сегодня День Учителя. Это праздник всех работников сферы образования. Но главные виновники торжества все же педагоги. Их профессия очень сложная, но в то же время творческая, благородная и почетная, отметила начальник отдела образования. Сегодня вот в этот праздничный день хочу поздравить всех педагогов нашего района. Поблагодарить вас за наш совместный труд, за те достижения и успехи, которые мы имеем. Профессия учителя – это не просто профессия, это миссия, которую выбрал каждый из нас. И я думаю, что никакая другая профессия не требует такой самоотдачи и душевных затрат, как труд педагога. Позвольте выразить вам слова признательности и благодарности за преданность профессии, за понимание и за ваш каждодневный труд. И пусть самой наивысшей наградой для вас станет общественное признание ваших заслуг, любовь детей и уважение со стороны родителей. В профессиональные праздники принято дарить подарки. В День Учителя в торжественной обстановке за многолетний и добросовестный труд почетными грамотами и благодарственными письмами разного уровня были отмечены более 30 педагогов нашего района. Наградным знаком администрации Тамбовской области за верность педагогической профессии награждаются Колоскова Юлия Ивановна, заведующая Новорусановским филиалом Жердевской школы номер 2. Почетные грамоты Тамбовского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» награждается Куртасова Елена Владимировна, заведующая детским садом номер 5 «Радуга». Иноземцев Сергей Иванович, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности Жердевской школы-интерната.
После награждения всех ждали творческие подарки, среди которых песни и танцы от школьников. В завершении выпуска о погоде. Завтра в Жердевке ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 13, ночью плюс 4. На сегодня это все. Я благодарю вас за внимание. Сеть меховых салонов «Метелица». 15 лет дарим тепло в честь юбилея компании при покупке куртки «Головной убор» в подарок. 12 октября в ЦК ИД города Жердевка с 10 до 18 часов. Метелица. Красота рядом. Подробности у продавцов-консультантов. Теперь и в Жердевке открылся ломбард «Первый». Здесь вы можете оформить займ под залог ювелирных изделий, высокая оценка золота и низкий залоговый процент. Вам нужны деньги? Мы поможем! Приходите в ломбард «Первый» по адресу Жердевка, улица Советская, дом 141. Мы рады видеть вас ежедневно. Телефон 8 800 70 07 111. 8 800 70 07 111. Нужен ремонт? Телевизоров, телефонов, фото-видеоаппаратуры, ноутбуков, планшетов, навигаторов, мониторов, системных блоков, пылесосов, микроволновок, швейных машин, ресиверов, триммеров, стиральных машин или холодильников. Тогда обращайтесь в отдел сотовых телефонов «Ян» в торговом центре «Олимп» по адресу город Жердевка, улица Октябрьская, дом 65, телефон 8 964 134 3000. Будем рады вам помочь. Вы хоть представляете, как сильно вы облажались? Вам приказали доставить груз и свалить оттуда нахрен! Нас обнаружили, пришлось импровизировать. И вас озарила идея проехать на танке по улицам Сараева? Так точно, сэр. Я что, похож на дебила? Так точно, никак нет, сэр. Есть тут еще одно дело. Ходят слухи, во время Второй мировой нацисты конфисковали у французов золото. Местные взорвали дамбу, затопив деревню с немцами и золотом. Пришло время золото поднять. Что скажете, парни? Вперед! Вы понимаете, что речь идет о золотых слитках на 300 миллионов долларов, которые пропали полвека назад? Крупная несанкционированная спецоперация. На глубине 50 метров под водой. В самом центре вражеской территории. Это наш шанс совершить для этой страны что-то великое. Да, детка. Теперь еще и охотники за головами мечтают о встрече с вами. Мы честно не деремся. Не парьтесь, я тоже. Вы понимаете, что нарушили присягу? Всегда мечтал уйти красиво. Они рядом! Пошел, пошел, пошел! Нужно было другие труселя надеть. Впереди танк. Сзади еще один. Ну что, парни, поплаваем?